Всем привет! Сегодня на осмотре у нас вот такой вот красавец баварский, калининградский. Значит, BMW X3 F25 кузов, значит, 3 литра дизель, 8-ступенчатый автомат, 2012 год выпуска. Значит, пробег заявлен 145 тысяч километров. Обратился клиент из Санкт-Петербурга, попросил проверить. Вот, вот такой вот шикарный салон из добротных материалов. Так он выглядит. Очень хорошего качества кожа на сиденьях, на руле. Вот. Все накладочки тоже замечательно выглядят, не затерты. Вот. Сейчас покажу задний ряд сидений. Все стекла на автомобиле, кроме лобового, оригинал. Лобовой — это расходный материал, как все знаем. Значит, кузов практически весь в заводском окрасе. Вот. У косметики красился капот и низ задней хлопушки. Видимо, какие-то были недочеты косметические. Вот. Значит, по диагностике активных ошибок нет. Есть в истории ошибки несерьезные. Вот, значит, пробег у нас соответствует в блоках заявленному. То есть машина едет очень достойно, хорошо. Будут вопросы у кого-то по данному автомобилю, пишите, звоните. Всем отвечу. Всем пока.